Добрый вечер. Как всегда, хочется начать. Спасибо. Хочется начать со слов благодарности этому клубу и Араику за то, что у нас по-прежнему есть возможность здесь играть время от времени. Пьесы, которые мы сегодня будем играть, преимущественно написаны мной в тех случаях, когда автором является какой-то другой человек, я буду говорить об этом отдельно. И по традиции я бы хотел попросить относительно тишины в зале, потому что если будет тихо, нам будет играть легко. А вам, надеюсь, приятно слушать. Спасибо. Thank you.
написано по книге «Похороните мое сердце в унды дни». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Следующая песня называется «Елеазар» по рассказу Леонида Андреева.
большое спасибо. Сейчас мы сыграем последнюю на сегодня пьесу. Это будет пьеса 340-й композитора Владимира Генералова. Но прежде чем ее сыграть, я хотел бы сказать несколько слов. Прежде всего, я хотел бы представить больших артистов, с которыми я сегодня играю. Это Александр Трофимов-младший, барабаны. Михаил Бручевич, труба, флигельгорн. Александр Цвилев, рояль. И Хама Кондратьев. Меня зовут Сергей Кондратьев. Спасибо. И еще, если кто-то заинтересован, у нас есть пластинки, красиво изданные издательством «Отделение Выход». И еще хотел бы проанонсировать два мероприятия. Первое из которых — это фестиваль Первого джазового радио, который пройдет здесь 11 и 12 апреля. И 12 апреля мы будем участвовать в нем и играть на этой сцене. И проанонсировать концерт, который состоится послезавтра, 1 апреля, здесь концерт дружественный нам молодой вокалистки Эры Кан. Ну и мы примем в нем в некотором роде фрагментарное участие. Еще раз большое спасибо. Спасибо, что вас не напугала пурга и метель, и вы пришли сегодня к нам. Спасибо. Thank you.
Большое спасибо. Александр Трофимов, Михаил Брусеев, Александр Савельев. Спасибо, всего вам доброго.